Всем привет! Мы находимся сейчас на Avenue W, угол Брикхэм. Это тут фотографировал тот школьный автобус, и вокруг него ходил один человек. Только непонятно, это водитель автобуса, это следователь, или такой же коллега, как Гоша. Или такой же фанат автобусов, как Гоша. Кому-то посылка пришла амазоновская. Этот поселок, кооперативно, что справа, называется Брикхэм Мэннер. Конечно, всюду натыканы угрожающие надписи «No trespassing», ни в коем случае посторонним вход воспрещен. Но если вы человек прилично с виду, вас пустят. Так, тут дама с собачкой идет, поэтому мы развернем камеру на восток. На север посмотрим на этот мэннер и быстренько уйдем. Еще раз, тихо ша. И... дам приказ ему на запад, ей в другую сторону. А дальше петь не буду, а дальше не до шуток. Особенно, когда вспоминаю, что сегодня на родине. Да, у нас были комендантские часы, когда начались беспорядки по Америке, но не на весь день. Так, дадим этому повернуть на самолетик, посмотрим. Такой маленький, меленький летит в небе. Пока пойдем на юг, посмотрим на юг. Ну, всем поперек меня. И уже со своим западом придется подождать зелененького. Справа Брикхэм Мэннер. Слева государственные дома Shepherd's Nest and Houses. Останавливаться не буду. Сейчас мне зажжется зеленый, я уже прочешу до самого дома. Постараюсь съемку не прерывать. Там так неудобно. Прерываешь съемки, каким бы шикарным ни был редактор, надо редактировать, потом лишний файл получается, а потом покупается куча харддрайвов. Так что простите меня, что я короткие видео делаю. Ну и конечно, когда я делаю видео, я всегда пишу. Сейчас мы смотрим на север, сейчас мы идем на юг. Пока еще нет у меня такой штуки, чтобы в углу шли градусы, в углу карта, чтобы все это делать автоматически. А я не делал ничего. Удобная была бы штука. И тогда было бы всем интересно, было бы больше просмотров. Да. Хотелось бы сделать диалог с Одессой, чтобы показывать одесские, скажем, Черемушки или Паскот, поселок Котовского и наш поселок. А пока что мне прямая дорожка. Я чешу домой. И дождик решил составить мне компанию. Даже со снегом дождик. Так, чтобы не прерывать съемку, сейчас достану зонтик. Чуть не в зубах его держу. Спросите, что картинка трясется. Ну. Вот и есть дождик. Вы знаете, тут дворец отопления. Вот и наша улица Бачелтер.
Здесь такое место, что многие думают, что это где-нибудь в России, где-нибудь на родине. Хорошо. Холодно стало, что я по-зимнему одеваюсь. По-зимнему. Всем по-зимнему. Это место, которое как будто в Одессе, какая-нибудь улица Филатова. Подходим в Челдер. И, пожалуй, тут мы съемочку прервем. Но можете мне поверить, что мой дом где-то там впереди, на западе.